Многодетные семьи в последние годы вновь перестают быть чем-то необычным. Возможно, это связано с повышением общего уровня жизни в стране. Или же люди просто приходят к выводу, что главное – воспитать и оставить после себя живое наследство – своих детей. Татьяна Ананьева считает, что ей очень повезло. В ее семье четверо детей – три мальчика – Саша, Леша и Ваня, и полуторагодовалая Василиса. Я не могу сказать, что какие-то прям большие трудности, потому что, когда большая семья, домашние дела, они, как правило, распределены. То есть один делает одно, другой другое. Дети сами за собой следят, то есть они приглядывают за друг дружкой, увлекаются вместе, вместе играют. Старший сын Саша – мальчик разносторонне развитый. По его словам, увлекается всем. Занимается рукопашным боем и в то же время танцами. Ему скоро 14, и он первый помощник в доме. Когда в семье Татьяны родился второй ребенок, уже в 5 лет Саша твердо усвоил – он старший. Сначала я учусь в школе, прихожу со школы, иногда убираюсь по дому. А вот потом я иду за братом в садик и забираю его. Без Саши, я думаю, я вообще не представляю, как я справилась, потому что он во всем. Это как правая рука. Он и посуду помоет, и он там пропылесосит, и он за Василисой приглядит, если мне надо куда-то отойти. Вот. Он и помогает с уроками, допустим, с Алешей. То есть вообще, вот как вторая половинка, которая вот может меня заменить. Средний сын Леша в свои 9 лет уже победитель областного конкурса «Лето ах лето», где детям в творческой манере нужно было показать, как они провели самое теплое время года. Простая аппликация была на тему «Ах лето». Вот. То есть там цветочки приклеили, бабочек наклеил, там порисовали, то есть радугу. И, собственно говоря, все. Ну, как-то я даже удивилась, что занял первое место по Московской области. Леша не только изучает мир при помощи взрослых, но и любит до всего докопаться сам. То есть у нас, например, Леша, опять же, тоже, который увлекается машинками, он из лего, который предназначен для сборки самолета, он собрал машину полицейскую, небольшую достаточно такую. Вот без всяких там инструкций, без всего, просто так сам. Глава семейства Петр всегда хотел большую дружную семью, но специально с Татьяной они ничего не планировали. Когда появился второй мальчик, такой замечательный Алексей, поняли, что должна быть девочка. Вот. Чуть позже. Ну и начали двигаться в этом направлении. А потом опять мальчик. И, наконец, полтора года назад в семье родилась девочка Василиса. Долгожданная маленькая непоседа, радость для всех, доставляет родителям немало хлопот. Любого ребенка можно воспитать хорошим человеком, если его любить, проявлять заботу и внимание. В этой семье можно быть уверенными. В будущем у детей все сложится хорошо. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.